Так как сегодня мы позвали в основном наши чаты, наших уже членов альт-клуба, то наша встреча будет носить такой домашний характер, дружеский, информативный. Я проведу ее минут за 35, но потом я отвечу на все вопросы. Договорились, ребят? Поставьте плюсики, что согласны, потому что, ну, возможно, что-то вы знаете, но мое видение того, что будет, я думаю, самое, ну, в общем-то, полное. И раз уж, ну, принято так, не может быть здесь, чтобы все были старички. Поставьте, пожалуйста, 50, те, кто пришел впервые по приглашению, вот, на наш вебинар. Ну, отлично. Отлично. Если у вас появится желание, в конце нашей встречи вы войдете к нам в клуб и будете полноценными членами альт-клуба. Ну что ж, мы с вами сегодня проведем аналитику того, что уже сделали, и, конечно же, поговорим о том, о той глобальной, гигантской идее, которая развивается и ждет нас уже в 2015 году. Это просто фантастика, и я надеюсь, вы прочувствуете сегодня. Итак, отчет за 2014 год. Что такое 120 тысяч? Кто угадает? Я думаю, это просто. Особенно для тех, кто каждый день заходит в альт-клуб. Секрет того, почему нас уже 120 тысяч, там чуть больше, да? Потому что у нас отношение к людям несколько иное, чем принято в интернете. Бескорыстная помощь, море позитива, очень качественное обучение. Это секрет. Но если бы было только это, ну, наверное, 120 тысяч человек нас бы не пришло. Правда? Все-таки за этот 2014 год мы поработали. Поработали очень напряженно. И большое спасибо всему коллективу, всем, кто участвовал вот в наполнении библиотеки. Спасибо вам, дорогие друзья, которые составляли, в общем-то, вот эту нашу дружную семью в течение целого года. За 2014 год в нашу библиотеку загружено вручную 13681 файл. Представляете? Файл, который очень полезен. Каждый файл несет какую-то пользу вам. Вот у нас есть, допустим, картинки, да? Да, вы скажете, в интернете очень много картинок. Но если вы зайдете к нам, любой из вас может здесь, никуда не выходя, сделать изумительный сайт, изумительную страничку, изумительную открытку. Все подобрано так, чтобы нигде ничего не надо было искать. Взял, подобрал по цвету, гаммы там, фон и так далее. И поставил. Да? Загружено сейчас уже более 50 книг, которые вы можете дарить и взамен получать реферал. Ну, вы знаете, что в библиотеке, те, кто у нас впервые, те зайдут и посмотрят, потому что у нас здесь все почти в бесплатном доступе для вас. И это здорово. Это основа, между прочим, нашего клуба. Постараться дать бесплатно все или за минимальную цену. Вот это наша кредо. Чтобы любой пользователь интернета смог здесь научиться. И давайте вот посмотрим те курсы, которые мы провели в 2014 году. Может быть, что-то я упустил, потому что я здесь делал это, в общем-то, по памяти, но тем не менее. Первые шаги в интернете. Шикарные 8 уроков для новичков. Заработок на партнерке альт-клуба. Создание страниц, их продвижение, общение с кандидатами. Как продвигать все это? Тут было 4 месяца работы, все это было сделано и в вашем доступе. Уверенный пользователь ПК, 4-месячный курс. Институт MLM 3.0, 4.